Он ехал через всю страну на попутках, чтобы заместить следы и не привлекать внимания. Но сам себя выдал. 28-летний житель Башкирии сильно разволновался, когда автомобиль, на котором он ехал, остановили на посту полиции при въезде в Казань. Именно это и стало поводом его досмотреть. Диляра Юсупова узнала, что и куда вез молодой человек и чем это теперь может для него обернуться. Один из подозрительных свертков автоинспекторы обнаружили в левом носке пассажира иномарки. Внимание полицейских мужчина привлек к себе после того, как Kia Rio, на котором он ехал с попутчиком, остановили на посту полиции в Верхнеуслонском районе для проверки документов. Мужчина стал сильно нервничать, и автоинспекторы предположили, что для этого у него есть причины. Их нашли в носке и рюкзаке. Товарищи понятые поясняем, при досмотре темного рюкзака внутри черных прибор находилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 находился в рюкзаке. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой стало ясно, что изъятое вещество – мефедрон, общим весом более 1 килограмма. 28-летний задержанный признался, что ехал на попутках из Санкт-Петербурга в Ноябрьск. Вез наркотики для дальнейшей реализации уже в розницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Закон за подобное деяние предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.